В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Дед Мороз, Снегурочка, подарки и, конечно же, новогоднее настроение. В детской больнице на бульваре Любы Новоселовой открыли социальную палату для маленьких пациентов. А началось все создание игровых зон для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект «Добрая комната» реализуется при поддержке «Единой России» с 2019 года. К настоящему моменту в Подмосковье открыто уже 75 таких пространств. В чем, скажем так, изюминка этой палаты от других палат? В том, что именно в социальную палату поступают дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Это дети поступают сюда по акту. Они могут быть найдены на улице. Они могут быть изъяты из семьи, в которой там злоупотребляют алкоголем. Пока дальнейшая судьба ребенка решается, часто в судебных инстанциях, ребенок находится здесь, в больнице. Мягкие игрушки, книги и раскраски – все, что нужно для приятного времяпрепровождения, свободное от лечения время. Партийцы поздравили малышей с наступающим праздником и пожелали скорейшего выздоровления. Ой, смотри, что тебе дадут. Давай. Создание таких игровых пространств – важный проект, реализацию которого необходимо продолжать и дальше. В этом году в Московской области открывается еще 10 социальных палат. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».